Новосибирский арбитраж ввел конкурсное производство в одном из крупнейших торговых компаний Новосибирска. Коллекторы требуют признать банкротом НТС – новые торговые сети. Причина – долг по кредиту в 200 с лишним миллионов рублей. Общая сумма задолженности группы оценивается в 1,5 миллиарда. Как сообщает издание «Коммерсант», активы НТС могут быть распроданы в рамках конкурсного производства. Ритейлеры связывают с такими брендами, как «Универсам удачных покупок», «Лидер экономии», «Столичный», «Правильное пиво», «Добрянка», а также местными магазинами супермаркетов домашней еды «Бахетле».